Но такие же песни были романтические. Моя песня сейчас называется «О дружбе» песня. Ты Маша и... Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллельные меридианы. Но таких еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Знаю, есть неизвестная широта из широт. Там нас дружба чудесная непременно сведет. И узнаем мы тогда, что смело каждый брался за большое дело. И мечта, в которых мы бывали, Кира отмечали, кто бывал в экспедиции, пусть поет этот гимн. Его по традиции мы считаем своим, потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен. Потому что мир без песен тесен, и потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, чтобы в сердце не закралась плесень. Еще одну песню спою. Ну, в то время... В то время не было кроссовок. Не было. Молодежь ходила в кедах. И каждый мечтал. У меня вот тапочки. Ой, ну когда же я куплю кеды? И в это время вот была как раз песня написана о кедах. Вы ее помните. Мои ровесники помнят. Хорошая песня такая. И вот я ее сейчас вам спою. Ты хочешь туалет? Ты хочешь туалет? Ночь под Карпатом закурил, доска. Ветры завывая и маня. Еды чуть-чуть низко. Чуть-чуть выше. Да, давай. Но и ночью от Карпатки закурил, дуют ветры зазывая и маня. Еды я себе отличные купил, пойми и не удерживай меня. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что где-то вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Я в тайге такую таежную люблю. Я в тайге тропу таежную люблю, а в пустыне море рыжего песка, где носил всегда огромнейший верблюд, два горба, как два огромных рюкзака. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что где-то вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за солнышком шагать, по тайге и по песке среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что где-то вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.